Новые книги, новые читатели. Тамбовская областная библиотека имени Пушкина подвела итоги 2017 года. В книгохранилище главной библиотеки региона побывал наш корреспондент Владимир Селяков. 2500 квадратных метров книгохранилища и более 2 миллионов книг. С 1924 года Пушкинская библиотека ежедневно фиксирует новое пополнение. Заместитель директора Марина Сабетова показала оригинальную инвентарную книгу библиотеки, где волею судьбы первым обозначен именно тот самый автор. Номер 2 Лермонтов, номер 3 Толстой, Салтыков и Тургенев. Чехов, Никитин, Достоевский и так далее. Но первый Пушкин. Теперь учет поступлений ведется электронным способом. На пресс-конференции руководство библиотеки поделилось. Читатель – один из основных источников новых книг. В этом году мы получили более 30 тысяч книг, которые потом перераспределили еще и библиотеки области. Мы стараемся им помогать. Очень хорошо, что вот эта традиция дарения книг, она продолжается. Наряду с книгохранилищем пополняется и банк электронных изданий. Приобретенный около 10 лет назад, данный аппарат позволил перевести хрупкие издания в цифру. Заведующий отделом информационных технологий Андрей Волков подчеркнул, что с внедрением данного аппарата число удаленных пользователей библиотечного фонда значительно увеличилось. В этом году зарегистрировалось около 2000 новых читателей. То есть это те люди, которые постоянно работают с библиотекой и хотят пользоваться преимуществами зарегистрированного пользователя. Незарегистрированных обращений мы зафиксировали 27 тысяч. За этот год в свободный доступ Пушкинская библиотека обработала и загрузила более 1000 книг. Всего же за время работы цифровой машины пользователям электронной библиотеки стало доступно свыше 5000 книг. Вместе с тем руководство библиотеки не оставляет без внимания читателей с ограниченными возможностями. Теперь люди, прикованные к инвалидному креслу, могут преодолеть крутой лестничный пролет при помощи специального мобильного крана. Владимир Селяков, Владимир Моисеев, Олег Щербаков. Область новостей.